Доброе утро, друзья. Готовлю завтрак. Остатки колбаски, которые купили еще в Майами в русском магазине. Сейчас сделаю такую запеканочку. Помидорка, яйца, сыр, ну, специи какие-нибудь. Наверное, вот эту вот. Она сюда больше всего подходит. Так, друзья, у нас же сегодня у Лизы день рождения. Она, правда, болеет, мы уже поздравили, Маша, а это пришел подарок. Да-да, а сейчас пришел подарок от Маши. На Машу. Ой, да, все. Чуть не схватила то, что нельзя. Так, а это уже пришел подарок от Маши. Только сейчас из-за урагана, короче, доставка задержалась сильно. Покажи, что это, что это. Я же, блин, сделала. Давай хоть бы спальню отойдем, потому что мы уже сделали. Пойдем. Господи, милая. Это что? Это... Тише, Лаврош, тише. Это Лиза. Да. Господи, давай сюда. Да. Нам тут мило, конечно. Давай здесь тогда. Это что? Это не шоколад. Что, не закрывай, пусть. Мясо зайдет. Так, надо тут что-то сделать вообще. Нам надо что-то сделать. Да, сейчас Маша все сделает красиво и подарим. Вот мы, кстати, уже... Вот. Она у нас заболела довольно сильно. У нее и температура, и горло у нее, в общем, все. Она на лекарствах. Тихо, Лаврош, пожалуйста, не мешай. Давай уберем так в сторону, чтобы Маше не мешать. И мы ей, можно сказать, в постель с утра подарили подарок. Мы ей подарили Apple Watch. Я уже забыла, как это было. Очень довольна, ей очень понравилось. В общем, я не снимала, потому что она очень плохо себя чувствует. Угу. Она прям очень-очень плохо. Шарики есть! Ой, как Лаврик хотел шарик. Страшно. Подожди. Папа надует. Маркер? Нет. Давай ручку. Я не могу сквизить. Это не сквиз, потому что... Давай. Мило. Вот так вот, так. Блин, разнесла. 1, 2, 3, 4, 5. Мы тихонько... Она не спит там? Маш, не спит она? Спит, да? Ну тогда давайте подождем, когда она проснется, потому что ей очень плохо. В общем, я ничего не снимаю сегодня. Она разобралась с часами, все подключила, все сделала. В общем, очень, очень довольна она часами. И все, и она уснула. И осталось вот еще от Маши подарок подарить. Лаврош? А, батарейки нужны, зараза. Так у нас есть батарейки. Какие есть тут? Трое. Какие? Вот такие. Это какие? Вот пальчиковые? Три штуки, да? Сейчас принесу. Мася, красота ты моя. Красота ты моя, красивущая. Красивущий ты мой котик. Там батарейки. Выездала. Да. Как? Это новые батарейки. Пойдем скорее. Пусть Катя лежит, Ты все? Умылся? Сейчас, подожди, поешь сначала. Кулончик, самое главное. Сколько малюсенькие. Такие батарейки? Вроде... Да, вроде такие. Да, эти надо. Там на 50 языках. Ты можешь камеру подставить, там будет на 50 языках. А ладно, подставь камеру подставь. Вот это вот? А, вот, да, вот. Мама, о, да. Вау, где-то такие, да. Мама, покажи. Там просто написано на разных языках. Классно. Если глаза... Ой, это очень классно. Маша, ты это... И глазом видно, да? Да. Господи, дети. Чё кричишь? Тише, это же сюрприз. Не слышно. Это потом, это папа. Ладно, папа, давай надует. Сейчас она спит пока, давайте папа надует. Да. Ну, давайте завтра. Потому что мы празднуем день рождения Лизин завтра, а мы должны были сегодня поехать в ресторан. Не получилось. Нет, не пройдет. Она вообще не встает. Она ест в кровати, все. И, в общем, сегодня мы не сможем отпраздновать. Она сегодня никакая абсолютно. Поэтому завтра уже в ресторан поедем. Да не надо, господи, он не доживет иначе. Вот, сережки. Не надо, пожалуйста, он так очень хрупкий. Он очень хрупкий. Да не, он не пахнет.
Ребят, пожалуйста, не поняли, это хорошо. Так ты видно сразу, очень что это мишка. Очень аккуратно, очень аккуратно. Какая все, мишка? Все. Мишка классный, да? Я хочу понюхать. Дай понюхать, Маша, они не отстанут. Как реально пахнет, что ли? Пластмассой пахнет. Это штука. Это херня. Да вот ножницы, Маша, я тебе дала. Как ножницы? Что это? Да подень, просто Кать, дай ножнички. Да, вот Кать. Нужно было. Все, открыли. Как это обычно вот так вот? Там написано же. Плюсик. Нет, 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 наоборот. Это не секрет, это подарок. Да, секрет будет. И что, сейчас будет музыка? Вот. А, светиться будет. Это свет для Мишки, его обматываешь. А-а-а. Ой, какая она длинная. Да, ну давай высовывай обратно. Слушай, какая классная. Это очень классная. Я тебе показывала уже все как раз. Ну, я как слышно, картинки не особо так понятно. Не надо, ничего сами. Мам, подержи коробку. Просто держи. Все, 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 помощники. Это просто вокруг мишки? Да. Так, теперь обратно, да? Угу. Давай. Я хочу потрогать. Не надо, пожалуйста, лавр. Ну все, все, вы же уже потрогали и понюхали, и уже лизнули, по-моему. Короче, она когда достанет, все сразу посыпется. Ничего страшного. Слушай, очень красиво. Красиво, да. Красиво. Открытка и кулончик. Это сбоку, наверное, поставь так. Записка. Катя, осторожно. Не надо. Это выбросить. Не надо. Это вам все надо, весь мусор. Ничего выбросить не могу. Все всем надо. Мам, смотри. Ну, пожалуйста, Кир. А, все, все, все. Дени. Катя, у тебя еще голова не болит? Мама, прыгай, он, прыгай. Мама, когда он... Да как тебе кажется, хочет? Дари. А, сейчас. Я не буду снимать, она болеет, она в кровати. Да я, молодец, так дети поели, я уже их искупала, у нас уже вечер, тут у нас бои. Мила, 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 ты там не стой, там нечего ловить. Все. Хотела сегодня блинчики напечь, вон дети со сковородкой играют, но что-то так влом мне. Завтра. И то это не точно. Что, Мила, не оставили тебе ничего, да, в тарелках? Ничего не оставили, да. Она тут у нас конфеты сожрала. Лежали на тарелке, кто-то перевернул, она от радости, я не знаю, одним движением просто языка и смела все. А ей нельзя, у нее аллергия сразу на брюхе. Да? Ай-яй-яй, Мила, да? Подайте туда, там будешь. Или подайте. Оба в броне в какой-то. Ты мне и крышку еще сломал. Я не, а, это открутилось. Мам. Давай, все, это я сделаю, давай. А, дети играют. Это у них щиты. Хотя есть я щиты вот. Все, ну вот этим прикольно играть. Насмотрелись, наигрались. Так, еще и Катя к ним присоединилась. Ой, батюшки. Так, ну что, Лиза у нас до сих пор болеет. Она вообще не выходила ни разу сегодня из комнаты. Я что-то сегодня весь день тоже в Ютубе. Я и монтирую, и слушаю что-нибудь. Интервью, еще что-нибудь. Боже ж ты мой, да. У нас уже вечер почти. Короче, спасаемся от безделия, кто чем может. Кто что, короче. Надо бы мне в магазин съездить. Но, не знаю, Вова сейчас приедет. Может быть, мы с ним вместе сгоняем. Позе курочки. А, о, Мася. Постоянно кто-то приходит, он зевает. Ага, да дрыхнет, он весь день тут дрыхнет. Так, а мы с малышней едем в Walmart. Едем только с малышами. Папе нужно везти Левчика на тренировку. И мы едем втроем. Это ниндзя тренировка. Да, в общем, едем в Walmart. У нас уже вечер, у нас, видите, уже солнце совсем низко. Но поедем, в общем, с детьми. Они хотят слайм купить. Мне так по мелочи нужно какие-то продукты купить. Ну, они побегают в игрушках, посмотрят, что там есть, им интересно. Да и вечер у нас, сколько у нас, 6:40. Ну, самый раз сейчас часик побегают по Walmart в игрушках и со мной походят по продуктам. И там уже сон. У нас уже, видите, солнце совсем низко.
У нас закат, через полчаса у нас закат уже рано очень, где-то в 7:15, где-то так у нас уже все, уже закат. И солнышко скоро исчезнет совсем. Поедем обратно, уже будет темно. Да, все, так, отстегнулись? Все, да. Молодцы, уплясались у меня тут под Кэти Перри. Так, с детьми, конечно, не особо поснимаешь. Да, все, зависли мы на этом чудище хэллоуинском. Ну, смотрите, А, ну пошли, смотри. А, точно, блин, мы сейчас тут зависнем в этих страшных игрушках. Ну, пошли. Ура! Идите, идите, смотрите, идите. Иду, подожди, я бананы возьму. Ой, здесь какие-то зеленые. Да. Идите, смотрите игрушки и пойдем туда, куда маме надо. Так, все, сейчас тут будем висеть еще долго-долго. Я уже как-то показывала. Мы вообще каждый год это все показываем. Все вот эти вот страшилки. Ой, прикольные какие есть. Это, знаете, такая мексиканская тема. Ой, ну ты как всегда нашел опять какую-то ведьму. С каждый год, знаете, история повторяется. Кто давно с нами, наверняка помнит. Лаврик находит каждый год какую-нибудь ведьму, восхищается страшно ее красотой. Да, потом мы страшно рыдаем, что мы ее не покупаем, а оставляем здесь. В общем, сценарий не меняется. Вон, смотри, сколько этих бабушек-старушек. Ну не, Лавруш. О, Господи. Пиздец. Уже слайм не надо? Все, уже слайм не надо? Я хочу только этот. Ну зачем она нужна-то, эта ведьма, Господи? Потому что я хочу. Вместо слайма? Все. Есть черные. $7 стоят такие бабушки. Все, не надо больше? Она вон, видите, она какая. Примерь, пожалуйста. Так, дети, ладно, пойдемте. Ты слайм хочешь? Да. Так, ладно, Лавр берет свою ведьму, мы с Катей пойдем слайм возьмем. Все, ты выбрал эту именно, оранжевую. Что? О, это классно, это с проекцией на стены, на потолок, включаешь и по всей комнате будет вот такая вот красота. Прикольные штуки, кстати. Так, в общем, взяли вот эту ведьму. Стоит она 11.98 стоит эта ведьма. Все. Пошли, Катя, слайм купим. Пошли. Так, дошли до всякой ерунды. Да, вот никакие игрушки, ничего особо не интересует. Нужны какие-то сквиши, нужны пузыри, нужны какие-то шуршалки, шумелки. Всякая ерунда. Вот этот классный слайм. Маленьких что-то нету. Этот хороший слайм, мне так нравится. Он не липнет к рукам. Прям классный. Вот два вот таких. Ой, Господи, положите. Так, все, давайте быстренько. Кать, ну что, бери что-нибудь уже. Белые, а? Кать, смотри, а почему такие белые шарики? Это какая-то новая лол. Ух ты! Смотри, ограниченная версия. Там есть цветочек, бутылочка, как всегда. Какой-то белый шарик. Так, все, Катя выбрала лол, но выбрала не такой, который ограниченная. Ну, мы с вами уже не берем, ладно? А выбрала, дай покажу. А, вот такая вот. Подожди, Кар, подожди. Ой, у нее там, короче, бэйби, там есть лол и есть бэйби клол. Ручка твоя. Угу. Так, задел игрушек, лучше это, уходить. Кать, все, давай, взяли. Ведьму взяли лол. Все, никакие слаймы нам не нужны. Все, пойдемте с мамой в продукты, пойдемте, а то и так уже вечер, нам и так ехать уже, когда будет темно. Катя! Я ушел. Окей. Катя, догоняй нас. Все, мне нравится Walmart. Здесь можно купить просто все. Смотрите, какие наушники классные. Сейчас уже все есть. Помните, перед школой их вообще было нереально купить. Но в школу нужны были проводные. Это беспроводные наушники. Они разноцветные. А низкая цена $20. Прикольные так. Беспроводные. Окей, но у нас, правда, уже наушников целая гора. Он кто-то даже пытался вскрыть. А такие резиновые. В принципе, такие приятные для ребенка. Ну ладно, у нас наушников уже навалом просто. Отлично. Так, вечер, не особо как-то полные полки. Так, быстренько берем молочко. Дети замерзли. Сейчас возьмем. Дети замерзли. Да. В тележку? А на чем тут сидеть будете? Два возьмем. Здесь неудобно, ты уже вырос.
Ну, вон туда, ну, садитесь. Она нифига не едет, как всегда. Ненавижу эти волмартовские тележки. Ну, давай, сам залезешь. Все, садись. Так, все, ладно, погнали. Какие-то пустые вообще полки, смотрите. Ладно, побежали, побежали отсюда. Холодно, да. Ой, Лавруша, блин, она так-то не ехала. Катя, поехали. Так, я в продуктах. Ребята, вообще пустые полки, я вам скажу. Так, мне нужен горошек. Sweet на salt. Я, наверное, вот такой вот возьму парочку баночек. Вот таких вот две баночки возьму. По 98 центов сладкий горошек. Вкусики. Да сиди ты, господи, мы никуда не уйдем без тебя. Смотрите, пустые полки, мясные вообще. Да, после урагана это, ребята. Это после урагана, смотрите. Вообще просто. Это мясные полки. Мясо, курица. Да, конфеты есть. Так, давайте бананы возьмем. Так, ну нам нужно, в принципе, вообще фрукты. Смотрите, вообще пустые. Ой, нет, эти тортики точно нет, Кать. Однозначно нет. Нет, котик, нет. Мы пойдем уже, когда Лиза выздоровеет, да. Я хотела тебе показать. А, показать не трогайте, пожалуйста. Я вас искупала, вы у меня чистенькие такие. Какие-то бананы все зеленые. Да, это грин бананы. Блин, ребята, вообще все полки пустые. Просто вообще жесть. Так, я сейчас возьму булки Левику. Не такие, а есть нормальные булки. На эти, на бургеры. Кстати, нормальных нету, одни такие. Так себе. Так, ребят, вот такие вот булочки возьму. А, нет, не такие. Нет, Катюш. Такие булочки сейчас возьму. Это из Cheesecake Factory. Там такой хлеб подается всегда. Бесплатно, очень вкусный хлеб. А вот булочки что-то я не нашла. Только есть такие, не очень. Которые он не любит. Так, это какой-то... А, это волмартовский хлеб. И волмартовского нашего хлеба нет. К сожалению. Так, а может здесь? Нет, здесь тоже нет. Так, нашли, кажется, мы булочки. Да, правильно, Кать. Вот такие вот булочки. Вот с этими он ест. Давай, ну, а эти реально вкусные. Давай. Беру, да, беру. Этот все. Наедине там со своей ведьмой. Да, 6, да. 6, да. Так, пойдемте дальше. Ребят, даже овощные и фруктовые полки свободны. Я только на тебя и смотрю, Лавр. Здесь сиди. Так, ребят, ну я вам скажу, вообще пусто, да. Вообще просто пусто. Я даже картошку не могу купить после урагана. Да, я вижу. О, господи, сейчас пойдем потрогаем. Так, ребят, взяла зелень, кинзу, в принципе, больше ничего нету. Хотела взять свеклу, но ее тоже что-то я не вижу. Тоже нет, я хотела селедку под шубой сделать. Ой, ну чеснок есть, это хорошо. Гарлик, парочку, даже три возьму. По $4.16. Да не надо съесть яблоки пока. Вообще все пусто, ребята. Так, мы идем на кассу, смотрите, куртки уже продают. Осень. Да, чудище, да, сейчас пойдем потрогаем. Во Флориде тоже, кстати, носят курточки зимой. Даже так, да. Зимой здесь, да, не знаю, до 5 на моей памяти где-то градусов плюс. До нуля я, конечно, не было, но на моей памяти за 4 года. Ну, по-моему, 5 было самое такое минимальное градусов по Цельсию. Так, мы проходим до кассы и снова остановились здесь же. Куклы Лол. Это куклы Лол страшилки, да, которые? Да, точно. Это все хэллоуинская тема. Еще Лол, да. Смотрите, а даже Лол. Тут Барби нет случайно? Угу. Не дойдем никак до кассы. Да, с детьми, конечно, мало того, что ничего не поснимаешь. Они в расцепную. Лаврик ехал еще какое-то время. Еще ладно, а так? Постоянно мы останавливаемся на каких-то рядах. Ой, ну паука точно не берем. Угу. Скелеты всех размеров. У нас маленькие были, есть средние, есть прям очень большие, человеческий рост. Нет, мы ничего это не берем. Посмотреть, смотри. Это, видимо, кто-то хотел сквиши, когда купил, оставил здесь. Ребенок, видимо, променял на какого-то скелета. Вау! Лавруша, как это ты пропустил такую красоту неописуемую? Что? Ну, здорово, да, что ты видишь клоуна. Все, пойдемте на кассу, народ. Вон сколько этих невест, скелетики невесты. Октопус, да. Пойдемте, народ, а уже. Чем страшнее, тем лучше.
Так, все, уже вот такая вот темнота. Уже солнышко село. Мы заплатили $61 за все, но я не взяла бананы. Что-то у меня там сбой какой-то произошел на кассе, а рядом не было человека, который бы мне помог. В общем, я уже оставила бананы там и стала их забирать. Все, а мы домой выезжаем. Включить музыку, да-да, сейчас включу. Уже совсем темно, уже сейчас будем ложиться спать. Дети, в смысле. Так, мы уже дома, я приготовила, Лёва сейчас приедет с тренировки с папой, а будет у него бургер. Мясо достала, котлету, сыр и специи. Все, ему ничего туда больше не надо, он больше ничего не любит, все вытаскивает. Укладываю Лаврика. Я чуть-чуть покажу, что ты смотришь, ладно, чуть-чуть. Лаврик смотрит, в общем, что-то, какие-то каналы, где что-то нужно лепить, и понял, как что нужно сделать. И говорит, а, говорит, вон, как нужно сделать. Ты что-то для себя еще такое, да, тут нашел, да, Лавруша? То, что ты не знаешь, как сделать. Еще у нас скоро придет пластилин, посылка, и Лаврик будет опять мастерить каких-то очередных своих... Какие-то каналы со всякой лепкой. Я найду, еще. Как они Джейсоной сделают. Джейсона, ну не знаю, ну попробуй. Я тут загружаю видео пока. О, ребята, смотрите, папа с Лёвой сходили в магазин, накупили. У нас будет небольшой романтичок. Ну как романтичок? День рождения Лизы. О, это выпито уже. Это пока не выпито. Сейчас у Лёвика папа бургер жарит, Лёве, на балконе, на гриле. А это мы будем кушать. Сейчас детей уложу. Они еще не спят. Бананчики, которые я не купила. Это... Good. Красное вино, творог, варенье какое-то. Че, а черри, это вишня. Вино красное. Лёвины любимые конфетки. Арбузные. Вот это вот тот самый яблочный сок. Здесь он называется как сидр. А это вот, я не знаю, сидр или нет это. Нет, это, видимо, сок. А вообще я не отличаю по вкусу сидр от сока вообще никак. Такая вот закупочка. Так, ну что, друзья, все спят. Собаку запустили. Вова, как всегда, уже все накрыл, все красиво сделал. Вот это вот у меня муж умеет делать. Все красиво, салфеточки. Мне салфеточки даже в голову не придет положить. А вот Вовчик у меня молодец. Тебя нахваливаю. Какой-то у меня муж золотой. Вот. Вот такой вот, друзья, грустный немножко день рождения сегодня, да. Ну, ничего, завтра ей будет уже получше, знаю, я думаю. У нас нормально. Там, Вова говорит, ты, Лиза, если что, приходи на свой день рождения к нам. Нам на свой день рождения. Не, заболел ребенок. Заболел, да. Ей прям очень тяжело. Она так хотела день рождения. Да. Она так любит день рождения. Она так боялась, что что-нибудь пойдет не так, что оно пошло не так. Да. Вот у Лизы есть такая паника, что подарок не подарят, там погода будет неплохая, что будет ураган. За последний год с февраля, с 24 февраля, вот реально, прям это вот эта дата, которая вот для меня лично изменила... Перевернула все. Да, изменила настолько мировоззрение, ну, может, не только у меня. У всех, конечно. Она настолько сильно изменила... понимание вообще отношение к миру, да? И ценности, да, которые как бы вот так, и на итого будет все нормально, здравомыслящие люди победят, добро победит, как бы зло будет наказано, уничтожено и забыто, как это в принципе всегда происходило. Но реально с 24 числа все переоценили, все посмотрели. То есть очень многие моменты
отбросили. И сегодня вот радуемся таким мелким вещам, когда уже кто-то заболел, что-то там, не знаю, теряешь деньги, что-то не получилось, на что-то не хватает. Думаешь, да и хрен с ним, ничего страшного, как-нибудь что-нибудь прорвемся, проживем, все будет нормально. Как бы главное быть поживу, да? Держимся, ребята, все, и те, кто с этой стороны, и те, кто с той, потому что очень много адекватных людей страдает сейчас. Держимся все, я думаю, что здравомыслие все равно победит, и будет все нормально. То есть должно просто, цивилизация так всегда, как бы, все вот эти вот раковые опухоли старается лечить все равно, подавлять, убирать, вырезать, в конце-то концов. Но все будет нормально, это точно, абсолютно, поэтому держимся, держимся, пока все держимся. Мила, ты что тут рычишь? Бокальчик красного, самое оно. Че рычит-то лежит? Сам она. Рычит, я тут вещаю на всю улицу, я забыл, ну, что да, я не Ленин на броневике, хотя и Вова. Смотрите, какой у меня цветочек умер. Да. Да. Так, жалко. Ты, главное, мое мясо не пережарь, ладно, Вов, пожалуйста. Да, Мила, что, кто мясо? Там? Да, там просто неудачное мясо, у нас другого нет. Костка нет, в Walmart'е пустые полки. Ты в Костке не была. Я в Костке Костка не была, есть. Я говорю, в Костка нет, ну, в смысле нет, нас нет. Ты не разморозила мое мясо, которое должно было быть да, праздничным столом. Ну, надо было разморозить, Вовик. Ну, ладно, у нас ну, ладно, все, уже есть. Мы уже сделаем праздник, да. Сейчас уже, ладно, так да, как мы сегодня, у нас сегодня немножко грустный день рождения. Ну, нет, ну у нас, грустный, ну, все равно чувствуется, конечно, ну, такое, да. У нее с утра вот как. Да, вчера она еще никакая, она пришла поздно, и пришла вся укутанная, и сразу легла, и, в общем, и все. И к утру уже там было просто тело. Ну, в общем, ничего, лечим, вылечим, все будет хорошо. Она очень рада подарку, она довольна. Я не показывала подарок, я уже потом у нее на руке покажу, уже все коробки выбросили, но ей очень понравилось, она очень довольна, ей цвет понравился, ремешок такой взяли бежевый, она все настраивала, лежала, потом опять потеряла сознание, потом опять проснулась, что-то там настраивала, в общем, поздравили.